Убери череп, я не вижу, куда что-то стрелять. Застилил у меня его, Дел. А, извини. Еще так, Дэ... Ой, идти же, посади же. Миша, ключи выпали. Прямо. У меня сейчас такая слюна по шлему стекает прям. Танк. Давай. И что мы ему сделаем? Я сейчас его прямо... Пощекотаем его. Давай я его спрыгну, запилю и вернусь к вам. Такой десант. Ай! Оп! Привет! Ку-ку! Не-не-не, я добью его. Я тебя добью. Забирай. Пересадка. Потерялся. Ау! Нахер! Нет. Серьезно? Я замочил себе что-то. Это еще до этого ты замочил. Ой, сколько там народу-то сидит. Без понятия. Я 12 кп. Они, смотри, они просто. Они по две штуки стреляют и попадают. Каким образом, блядь? Друзья, вы заметили, что в играх нам часто предлагают стать бойцом, героем или королем. Но нам всегда хочется большего. И вот появилась игра, где можно стать богом. Ты управляешь жизнью людей, создаешь и уничтожаешь империи. В общем, судьба человечества в твоих руках. Моих подписчиков ждет подарок, который поможет вам стать богом. Ссылку на игру я оставлю под видео. Заходим и играем. Короче, yeah. Сейчас такой прикрытие. План. Слушайте сюда внимательно. Залетаем, сносим вот сразу их ударный вертолет. И затем сразу же корову. Просто прям на свист. Че, поехали? Не слышали меня, что я говорил, да? Да. Одну за одной технику спиливаем. Одну за одной просто спиливаем. И катера тоже, смотрите. Уже. Во-во-во-во! Почти спилили одного уже. Да чините, чините, блин! Вот, молодцы! Одна чинила, не зачинила. Да-да-да. Раз, и два. И три. И три. Рейдж маневрируй, потому что он ТВ-ху может пустить. Ой, я кого-то убил там. Там пех был еще. Ой, еще кого-то убил там. А, я всех справа, убил справа, там. Пех. Это я. Я пойду его запилю, как горелкой. Гнидюшка, отвлекайте. Куда полетел он? От... Горелкой, блядь. Садись, гад, Вот, чуть не прислали, хорошо. А, что... Меня забыли. Нас забыли. Пилота забыли. Пилота забыли. Сам наводящийся корову. Бегут муравьи. Давай, беги. О, рейдж остался один, давай. Мы продолжаем накипать эту карту. Правда, мы как донны играем. У нас просто еще нет тимплея. Нет тимплея. Мы еще не сыгрались чуть-чуть. Да, прямо. Крыша тоже много. Сразу. Продолжаем нагибать эту карту своими пуканами. Смотри, Рокс прыгает на бортике. Хозяин. Давай Добби заберем. Добби, прыгай в наш корове. Хозяин. Убил. Еще один. Да, там еще один. Я его убью сейчас. Давай. Еп. Ку-ку! Ку-ку! Давайте, пейте по лодке. Всем, что есть. Ох, какой меткий! Ох, какой меткий! Ой, молодец! Да. А я ее добью. Я ее собаку добью. Я еще и бетер положу там. Нет. Так вот. Ну, мы продолжаем нагибать. Дубль 63. Литва. Вертолет.
Я своими руками. Никого же чинил. Вот так вот! Отлично! Так, этот мой. Этот мой. Давай. Опа! Да блин! Ну, можно. Считай, что он твой, я тебе его дарю. Ну ладно, ладно. Я посвящаю этот килл рейджу. О, попрыгали свиньи там. Вертолетик покакал. Личинками. Личинками пехоты. Вот так тебе! Дайте мне. Я одного убью, вот того сверху, который. Блин! А я думал, ты нижнего будешь давить. Ладно, литл. Далее, и коровы, и литл все вместе сейчас прям разом. Правая сторона рубит. Правая сторона рубит корову, левая литл пёрт. По нам уже. Корова уже. О, видите, вот. Литл. А, у меня перегрев. Горелка сейчас кончится. Перегрев, сейчас начну. Вот так вот вам! И теперь муравьё всех остальных. Упырей! На крыше. Ну все, шланги гофрированные. Оп! Блин, на А надо все-таки выстругать этих товарищей. Вот это! Вот никто уже темплейтом не смотрел. Приседает. Ну, заслужил. А чё, коровисты, вы куда побежали такой толпой свирепой? Так уже бесполезно. Пойдёмте мир захватим, раз уж слезли. Да, давай, бежим. Бегим! Не отстаём, не отстаём, сучки! Там... Ползком! Ползком! Давай. Ползком. Вот так вот. Вот так, да. За мной, тряпки! А мы не палимся? Не, вообще не работает. Глушитель стоит, все нормально. Глушитель. На РПГ. А, это корова. Уху! А кто-то еще летит. Летят. Дай-то Мишу сбить. Во! Вот это да! Вот это тимплей! Никто! Ни пассажиры, ни десантники не выжили. Машинка. Вон там машинка. Два молодых. Ой, машина. О! Припаркован. Ну слушай, прям параллельная парковка идеальная вышла. Ты слегка, правда, зацепил бампер сзади стоящей машины, она даже загорелась, но ничего. Каска все оплатит. Давай, танк разбираем, нет, потом козовую подрожку. Я видел, как он даже выстрелил прям. И прям под танк опускаемся. Правильно, нахер. Давай, Андрюха, давай. Садись. Садилась. Забыли меня. Я его убил. Давай, поехали отсюда. Мамоньки, как страшно-то. Меня и Пашу, главное, выбили. Я еще раз прыгнул. У меня что-то ремень там, походу, не пристёгивается. Огонь. Давайте. Ох, кто-то попал в него еще и с этого, со смала. Корова. А, вон минус корова там. Где? Да, минус я. Есть, корова убита. Он там бегает, смотри. Где? Сейчас как в лицо даст тебе. Убивай его! Полетели. Все, кто-то застилил какой-то. Ляха-муха! Нахуй! Вот он, Троус, он издалека виден, он выпрыгивает. Я до конца сидят, а он выпрыгнул. И он это ерсер ног. Безнадежно подыщивая полета. Да, трус. А мы как настоящее братство, мы до конца вместе. И сейчас мы будем зажигать на корове. Зажигать, ну или нас коров... будут зажигать. Да, или нас будут зажигать. Пожалуйста, ты, может, полетишь уже? Нам надоело смотреть на это здание. Ну да, ладно, классное здание. Для себя некомфортно здесь. Венецианский стиль и вся фигня. Карта «Утомленные солнцем». Ой, блин, утомленные. Затопленный режим. Зона утопления. Зона затопления, вот. Затопленный режим. Затопленный режим. Под нами.